поздравления начальника главного управления с подарками. Посмотрите потом. В 43-м году месяц и 10 дней не хватало до 17 лет. Понятно? Ну вот, значит, это самое. Служил, значит, я много, 7 лет. Вот этот командир, значит, он о себе все письма пишет. Вот тут прочитайте, значит, так. Я с ним прошел. Вот. А это уже вот это, под конец, это вот тут все, я вот участвовал. Вот это самое Вена. Взятие Вены, значит, так. Было награды имею. Значит, а было благодарственное письмо от Иосифа Виссарионовича, главнокомандующего вооруженными силами Советского Союза, Иосифа Виссарионовича Сталина и Игоря Виссарионовича. Ну, где-то затерялось. Ну, вот это все вот тут, наши части, значит, это самое. Где что были. Тут, правда, моей фамилии нет, но командиры здесь. Твой мама, возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошу со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Там и оркестр, и артистов с песнями выступают. Ну, жители послушают тоже. Дай Бог здоровья вам. Подарки посмотрите потом, разберете здесь. Сейчас и внук с Москвы прилетает на 9 мая как раз.